Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Вы на канале Джека Фроста, это просто Джек Фрост. Всем здравствуйте, вот так вот. Короче говоря, меня подписчица попросила. Блин, снова сделать обзор моду, ну, потому что как бы день рождения, все дела. Поздравляем с днем рождения, там все дела. Счастья, успехов. Ну, так не думайте то, что это самое. Да. Ну это полицейские звезданулись. Нет? Да отстань, я пристегнулся. Ты хорош. Я говорю, звезда, ну ты полицейский, блин. Я тебя аж присели. Короче, тут еще фичи стоит, потому что, блин, на красный не проехать. Короче говоря, вот так, сейчас доедем. Сейчас доедем, это самое, посмотрим. Да алло, блин. Здравствуйте. Да успокойся ты там, блин, пристегнулся я, иди твою мать. Вот как дураку объяснить, что, блин, нету привязных ремней на велосипеде. Еще на красный проехал. Да конечно, ты совсем там звезданулся. На какой красный проехал, алло? Простите, я случайно врезался, так. Да я не вижу светофора, блин, ладно. А, вот, спасибо, я вижу. Я говорю, тут самое охрененное то, что, блин, тут, сука, надо теперь ездить по светофорам. Это называется, за что боролись, ну то и напоролись, блин. Ну ничего, как говорится. Вот так вот у нас Twilight Sparkle. Я даже Equestria Girl, там все дела. Да. Я просто стою на светофоре, хорош. Автографов не даю, что называется. Да не. Да фича, фича. Grove Street. Home. At least it was before I fucked everything up. Короче, пока мы не зашли, сейчас. Сейчас, минуточку. И, кстати, вот, когда нажимаешь, тут нужно выбрать персонажа, вот, как раз. Нас интересует, так вот. Короче, вот так вот. Pinkie Pie, Fluttershine, Applejack, Луиджи, не знаю зачем он пришел. Ладно, окей, сейчас. Не тварит так Луиджи. Столик мешает, наверное, ну сейчас.
Да блин, да уберите вы уже это. Все, спасибо. Короче говоря, вот, вот такая вот. Вот, вот так вот. Сейчас не знаю, елки появится, не появится, что тут. Да елки, елки-палки. Короче, ладно. И, короче, идем на миссию, и тут миссия паровоз начинается. Тут CJ, конечно. You wanna drive? Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. You know me. It's not cut. Keep the value in it. Keep it real. Нормально. Так, тут, конечно, шедевральное просто прохождение, но, говорю, ну да. Ракурс просто удивляет. Follow my lead. И начинается у нас первая миссия. Вот. Takes back some, huh, CJ? Yeah. Things has changed around here. CJ, watch your back around here, man. How I get so bad? I thought this was family's turf. Да блин. Да я знаю, блин, привычно. Yeah, it's Temple Drive now. You don't roll with them no more. Да трешак просто, блин. Да посторонись ты, блин, Биг Смок. Иди, твою мать. Это че? Motherfucker. You just a liability, CJ. Да давай без. Why you bother coming back? Да давай. Straight back into the game, right, dog? Да это, блин, да я не вижу пути, хрен уже. Блин, вы понимаете, вот. Блин, вот клумба, вот как. Незаметная звездец просто. Блин! Да придется, потому что, блин, ну серьезно. Я не знаю, мне почему-то забаговалось, я не знаю. Короче говоря, понятно. Короче говоря, понятно, забаговалась у меня игра, потому что из большого количества модов. Короче, все видно. Давайте просто это самое, ну не знаю. Вот.
Hello? Hey, thought I'd explain some shit. Sweet. Hey, what's up? Since you've been away, shit has changed around here. Grove Street families ain't big no more. Seville Boulevard families and Temple Drive families are beefing and split with the Grove. Now we so busy, Setrip and Ballers and Vargos have taken over. So watch yourself out there. Yeah, I hear you. Thanks for the heads up. Don't mention it. Короче говоря, вот так вот. Единственное, как бы... Блин. Я не знаю, тут будет ли... Велик, я не знаю. Да, ничего страшного, сейчас. Смотрите, короче говоря, я не знаю, почему-то респам не работал тут. Эльфик стоял тут вообще. На целом прикольно. Я говорю, вот респам вообще чудесно работает, блин. Вот и летающие бутылки. Так, короче говоря, друзья мои, нам нужно, значит, найти велосипед. Вот, наконец-то. Это исполнилось. Ну, как вы понимаете, я когда снова изучал мод, единственное, заметил... Так, сейчас. Я просто отключил, потому что мне доставали. Все, ребята, все, ребята. Ни хрена себе. А вот это сейчас ситуация. Ёлки-палки, сейчас тут, давайте вот на фоне взрыва, да, точно. Все, до свидания. Короче говоря, вот в чем прикол. Можно как бы заглянуть. Персонаж подъел, не знаю, ловкий, неловкий, но мне, ну, как бы так, но это все-таки... Как бы заболит... Запали трусы девичьи, женские, вот так вот. Вот пожарка приехала, нормально. Движуха Сан-Андреас. Пацаны, кого мы тушить будем? Да никого мы тушить не будем, тут уже все сгорело. Короче говоря, вот так вот. Сейчас. Вот тут точно так же, короче говоря. Ну, понимаете, вот неловкая ситуация, когда девочка садится на велосипед, и вот так вот все торчит просто абсолютно. Вот так вот, короче говоря. Не, ну, я говорю, это парковка уровень бог. Но тут ничего не будет, потому что... Я не знаю, но это баг. Потому что... Так, давайте, короче говоря, напоследок
Устроим вечеринку. Я не знаю, еще честно быстренько перезагружу тайминг. Блин, понимаете, меня это не сильно напрягает, но не знаю, может быть кого-то заденет, не знаю, ну извините, это как бы должно быть. Как бы я говорю, это просто неловкий момент и все. Так, ладно, сейчас, короче говоря, перезагружаешь. Так, давай. Hello? Hey, thought I'd explain some shit. Sweet. Hey, what's up? Since you've been away, shit has changed around here. Grove Street families ain't big no more. Seville Boulevard families and Temple Drive families are beefing and split with the Grove. Now we so busy set tripping, ballers and Virgos have taken over. So watch yourself out there. Yeah, I hear you. Thanks for the heads up. Don't mention it. Короче говоря, вот так вот сейчас. Через пробел. Так. Рарити. Я просто проверяю, чтобы и диджей. И чтобы как бы сопоставил плеера. Ты кто такой? А, понятно. Амазинг. Короче, тварь спать. Ну все. Вот так вот во главе. Так, где у нас, алё? Вы куда разбежались, алё? А! Ни хреночка. Вы чё? Девки! Девки! Блин, я не знаю, короче говоря. Это тонкий намек. Да блин. Да блин, хорош. Так, ладно, окей. Да зацепись ты уже, ёлки-палки. Да вот понимаете, вот... Я говорю, Флаттершайн там ходит. Да вообще, ну... Ладно, давайте еще раз телепортируем. Ну вот, короче говоря, мы с вами телепортанулись, и, короче, у нас тут вечеринка, у нас тут вот диджей есть. Диджей, вам привет. Вот организатор вечеринок Pinkie Pie. Дизайнер модерьер, вот видишь, сразу журнальчики. Мы самый веселый Крем Балдеш. Без драйва никуда, Флаттершайн. Как бы нежность уважения, ну, я получаю, я думаю, мастер по напиткам. Я думаю, мало ли ты понял. Продвигался Сидор, ну так, кого мы еще забыли? Вроде всех сказал. Ну, вот такая вот, короче говоря, друзья, моя вечеринка. У кого также сегодня день рождения, всех поздравляю. Ну, всем удачи. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. С вами был Джек Фрост. Всем пока-пока.